Привет, мои хорошие. Мы в Питере. Сегодня у нас 9 мая. Всех с праздником. Наших дедушек и бабушек. Всех-всех-всех. Смотрите, как сегодня солнечно. Очень много людей гуляет. Я не пошла ни на какие демонстрации, ни на какие эти. Что там? Не люблю я людей. Ну вот. И я, короче, пятый день сегодня не пью ни чая, ни кофе. А решила попробовать пить только воду. Можно, конечно, наверное, пить соки, хотя говорят, что фрукты есть. Есть, но там чистить есть, без всяких там отжиманий. Можно пить всякие травы, тоже что-то мне не нравится. Ну там ту же липу, шиповник, еще что-то. Вот. Я, в общем, пью. Смотрите, какая бабушка хорошенькая. Здравствуйте, с праздничком. Спасибо. Всего хорошего вам. Спасибо. Поздравила бабушку с праздником. Уже хорошо. Она стоит на меня, смотрит, поворачивается. Вот такая бабушка. Питерская. Видите? Сегодня в Таврическом саду будет какое-то типа шоу в честь Дня Победы. 6 часов. Не знаю, может быть, сходить для вас, поснимать. Но мне кажется, все это суета, сует. Смотрите, как солнышко подсвечивается. Красиво. Вот сколько людей идет, гуляют. Вот там на балкончике сидят. Класс. Мне нравится. Хи-хи. Я тоже хочу комнату с балконом. В смысле, квартиру. Как красиво солнце играет. Всякими солнечными зайчиками. И тут тоже. Тут в Питере. Наверное, так не хватает солнышка, что хочется постоянно под ним находиться. Хочу на море. Хочу на море. Так вот, не пью я чай и кофе уже пятый день сегодня. И как я себя чувствую, если кому-то интересно. 3 дня у меня очень сильно вечером болела голова. Что я вообще приходила с работы и просто спала, даже не ела вечером. Вот. Еще так чувствую, как усталость, слабость. Вот. А так, в принципе, никаких побочек вроде нет, все нормально. А, еще можно лимонную водичку пить. Вот. Перышко для Иры. Хинди. Лайф. Не знаю, смотрят мои подписчики Ирину Хинди Лайф или нет. Я смотрю каждый день. Мне очень нравится Индия, потому что там солнышко. Вот такая тетечка гуляет. Все, я пришла в магазин. Всем прекрасного дня. Еще раз всех с праздничком. Спасибо, что вы есть. Пока-пока.